надо. А Гриша на фоне будет. Так, ну, в первую очередь, наверное, по игре все-таки. Ну, первый период не в нашу пользу, поэтому так играть нельзя. А второй-третий, я считаю, проверим характер. Вот как так надо играть, как второй-третий период, и вот эти предыдущие три игры, и тогда будет все нормально. Ну и, наверное, самый эмоциональный момент матча там, с Яковом, так получилось. Я провел силовой прием, считаю, чистый на контиоле. Они побежали вдвоем заступаться за него. Ну, пришлось защищать себя. Ну, просто в прошлых матчах не было видно такой агрессии, такого желания. Ну, я считаю, последние игры мы нормально играли, которые выиграли, начиная с зеленого дерби там в Казани. Поэтому, может быть, мы направили пути сейчас. Но я повторюсь, в первый период так нельзя начинать. Когда на вас сразу два игрока Локомотива побежало, сразу по глазам поняли, с кем драться будете? Да нет, куда кто первый, там, не знаю, там, на эмоциях все. Козунков он не дерется. Видите, что этот эпизод стал какой-то стряской эмоциональной, после которого там гол забили и как-то быстрее заиграли? Ну хорошо, если так, что это была стряска, но просто надо выходить уже заряженными на игру, а не после каких-то там передряг там встретиться. Надо где-то. Ну, я думаю, может быть, да. А что можно сказать по поводу календаря этого сезона? Потому что очень сейчас много выездных игр. В начале сезона было очень много домашних игр. В начале сезона нам тоже повезло. Поэтому здесь о чем говорить. Сейчас на выезде будем играть. Поэтому ничего. Да, не тяни. Спасибо. Спасибо. Здоровья вам.